Спортивное общество «Динамо» празднует 90-летие. Оно было создано в 1925 году в городе Семей. Сегодня в Астане поздравить ветеранов спорта собрались сотрудники правоохранительных органов, мажилисмены, а также выпускники организации. За эти годы «Динамо» воспитала плеяду известных спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира. Казах спортна «Динамо»ны. Для каждого из нас это общество сделало очень многое. Я поздравляю всех динамовцев с юбилеем. Многие выпускники сегодня представляют нашу страну на мировой арене, а те, кто уже ушел из спорта, по-прежнему связывают свою жизнь с «Динамо». Сегодня они тренируют молодежь. Среди наших известных динамовцев очень много именитых спортсменов. Один из них – двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин. Вообще раньше было много спортивных объединений – «Буревестник», «Кайрат», «Локомотив». А сейчас остался только ЦСКА и «Динамо». Поэтому этот юбилей для нас очень важен.